Всем привет, Саня. Сегодня на канале Вовчик, и мы играем в эту игру опять, потому что мы слышали, что она вам понравилась. И вот, смотрите, тут какой-то пример. Мам, сколько будет? Можно я поздороваюсь с ребятами? Привет, друзья. Мы с Вовчиком играем в Машу с Мишей. Другой уровень, где нужно решать примеры. Давай не спеши. Так. Вот смотри, у тебя нужно начать сверху. 2 плюс 5. Где здесь 2? Вверху, в самом, смотри. А нету тут 2. Ну вот, видишь, 2 плюс 5 равно? 1. Нет, 7. Цифру 7 находи, вставляй. Так. Так. Ого, а здесь что? А, вот здесь смотри, не, неправильно, Вовчик. А вот, чтобы получилось 12, надо к 6 прибавить 6. Вот сюда вставляй. 6 и 6? Ага. Да-да-да, 6 и 6, получается 12. Вот, а теперь вот сюда поставишь единичку. Угу. И у тебя получится? 5! Молодцом! Ну, видишь, какой ты молодец, сколько тебе шариков. Так, это у нас выскакивает рекламка, мы ее убираем. И идем дальше. Так, чтобы получилось 5, нужно к 4 прибавить. Не сюда, сверху давай начинать. О, молодец. Почему нам сверху сюда? Ну так правильнее. Надо сюда. Правильно, молодец. Два. Правильно, правильно, клади. Да я кладу. Она, ну, что, она не кладется? Ну тогда во вторую, вот, да, вот сюда, вот, во второе окошечко. Вот. О, а сюда 5. Какой ты у меня умный. Ты что, уже считать умеешь? Ничего себе, я даже не знала. Круто. У Маши, видишь, тоже в восторге. Закрывай рекламку. И еще один уровень давай пройдем. Ого! Вот это даже я не знаю. Ну да, наверное, вот так. Нет, 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 Вовчик. Это вот сюда, ага, вниз. Это ты когда уже будешь, наверное, в классе 5 учиться, будешь вот это вот знать. А может раньше. Не знаю, сейчас очень странная программа обучения, когда дети... Уже вообще все знают. Все? Да. 4 как? Умножить на 4 будет 16. А 2 умножить на 6 будет 12. Вот такая, ребята, арифметика. Если вам понравилось, присоединяйтесь. Блин, бабаевка стреляет. Маша на метле пролетает, нам говорит, что мы молодцы. А мы говорим спасибо всем, кто нас смотрел. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.